Приветствую вас! В Украине должны состояться дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Могут еще и состояться, не удивляйтесь. Даже может быть так, что вот все, договорились, там, 19 числа, 19.00, раз! Кто-то из кандидатов не пришел, или обои не пришли. Нет. Но если будут, могу сказать однозначно, большая часть жителей России будет их смотреть по интернету, по спутнику, как угодно, будут смотреть. Будут смотреть! Ну, в Украине тоже смотреть будут, но в России больше. Понимаете, в чем специфика? В России нет выборов. Я знаю, знаю, что вы голосуете за Путина, при этом каждый мне рассказывает, что я не был на выборах. Я понимаю, вы все происходно знаете, что в России выборов нет. Ни губернаторов, ни мэров, там фактически все как в Советском Союзе. Нет, ну в Советском Союзе тоже генеральные секретаря избирали, да. И представитель Верховного Совета СССР тоже избирали. Ну все же понимают, что это несерьезно. В России нет. По этой причине, а людям для чего нужны выборы? Пар выпустить, поговорить, повозмущаться, высказать. Дебаты для этого как раз хорошо срабатывают. Да, вы скажете толк. Ребята, вопрос в другом. Потому что вот вы приходите в магазин, берете там карточку или кошелек, смотрите. Цены за раза высокие, зарплата маленькая. Это в Украине и в России то же самое. Ребята, то же самое. Ну, я же живу на планете Земля. Но для этого, чтобы отвлечь ваше внимание от кошелька, от цен, нужно шоу. Но в России нет, зараза, шоу. Намертво нет. А в Украине есть. Вот здесь хорошо. И по этой причине, да, действительно, очень много жителей России смотрят в Украину. Вот типа возмущается, ругается, но забывает про цены и зарплату. Вот для этого это и делается. В Украине то же самое. Я сразу говорю, смотрите, эти дебаты, прежде всего, нужны для того, чтобы жители Украины забыли про тарифы ЖКХ. Ну, серьезно. Забыли про то, что вот, Пасха сейчас цены подняла. Мало того, забыли, что ну всегда зарплаты не хватает. Вот для этого нужны. Вы скажете, они решают. Нет, нет. Еще раз говорю, вот эта цель такая вот простая. По этой причине. Ну, действительно, жители России намертво завидуют Украине, что здесь есть такое шоу. Не власть, шоу. Давайте так не будем. Потому что в России это невозможно. И не будет. Это то же самое, что было во времена Советского Союза. Ребята, вот Россия это, вот когда тебе хоп-хоп-хоп-хоп, ЦК, политбюро, вот все, смотрю, боже, все то же самое, все то же самое. Ну, бывает. По этой причине в СССР все ужасно завидовали США. Причем, как завидовали? Ругали, завидовали, потому что там, да. Вот то же самое. Так что, как сказал один российский политолог, если бы Украины не было, пришлось бы ее выдумать. Но она есть. И действительно, пройдет, ребята, еще немножко времени. И я вам сразу говорю, что Украина-Россия будет очень интересно смотреться. Это будут не просто разные страны. Это будут разные страны с точки зрения эпохи. Совок, Советский Союз. Туда. И европейская страна, 21 век. Да, ребята.